Ну и другим темам. Память апостола Марка почтили в Средней Азии. В день, когда церковь чествовала память апостола и евангелиста, божественную литургию в кафедральном храме Успения Пресвятой Богородицы в городе Ташкенте совершил глава Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополит ташкентский узбекистанский Викентий. Но накануне вечером здесь же была совершена палиелейная служба. Память одного из четырех евангелистов и апостола Христа от 70 святого Марка чтила церковь совсем недавно. Он родился в Иерусалиме, был близким родственником апостола Варнавы, сверстника и друга апостола Павла. Свое Евангелие Марк записал в Риме около 62-63 годов. По своей структуре, стилистике и изложению оно было рассчитано на молодых римлян-язычников. И хотя благая весть от Марка является самым коротким из всех четырех Евангелий, которые мы знаем, со своей задачей оно блестяще справилось, всегда захватывая рассказом о Христе именно молодежь. Его молитвами да укрепит нас в этой вере, в этом благочестии, в этой твердости веры, преданности Богу, преданности Богу Христу Спасителю, который даровал нам эту вечную жизнь ценой крови, дорогой ценой своей смерти на кресте. И это мы должны дорожить, как бесценный дар, данный нам Богом Христом Спасителем мира, Спасителем всего человечества. Христос воскрес!